А потом ежик в моих руках, колобком, я его смог поднимать. Колючки меня не кололи. Мы решили с мамой его забрать домой. Положили в целлофановый пакет. Тогда как раз только вот начинались эти целлофановые пакеты, это 70-е годы, я старый человек. Ну и лязг, автобус переполненный. А я небольшого роста, и в этой давке перед моим носом женская попа. И эта попа начинает меня всегда толкать. Ну я взял и флисменный пакетик поднял повыше. И мама отругать меня не могла, но тетя больше меня не толкала. Вот такая история. Печально и грустно. Как вы сейчас его вспоминаете? Ну это же детство. Это было тогда, еще при Брежневе. Хорошо. Ну как, с удовольствием? Ну как, конечно, с удовольствием. Мы еще похулиганили, мы еще не отругали. Просто в 70-е годы то, что сейчас наказывается законом, и почему-то современные люди считают, что это какое-то надругательство там над старшим, тогда это было просто детское царство. Ha ha ha.
стран. Почему то, что сходило в 4, не прощается сейчас? Да, вроде тот же. Голова, две руки, две ноги. Не, ну понятно, я увеличился. Но в душе же я остался такой. Что рассказывать этим взрослым занудам? Блин, они же родились стариками. Да? Ёжика у меня больше нет, и попы от меня уже не берутся. Я одинок. Я одинок. Сейчас бы ежа за пазуху, на всякий случай. И тётину попу погрешь. Времена такие. Режим нужны нам все. Какой же я счастливый! У меня было детство. Я мог сделать подвиги. Да, да, да. Это были не истории. Это были подвиги. Спасибо вам огромное за ваши истории. Огромное спасибо. Было огромное удовольствие играть для вас. Приходите к нам. Там написано. Каждая вторая и четвертая среда, мы здесь вас ждем с вашей историей. Приходите. Спасибо. Особенно сейчас, когда так хочется живую историю от живых людей. Всякого лайка. А важный стоит у нас тут прикрытие питейное заведение не закрывает. Спасибо. Спасибо.